Телерадиокомпания «Русский мир» продолжает цикл передач «Наследники Победы». Здесь в студии автор и ведущий Юрий Бутунин. Здравствуйте. Этот цикл посвящен 75-летию великолепной долгожданной победе в Великой Отечественной войне. И сегодня нашим героем станет адмирал флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов. И мы сюда в студию пригласили невестку Николая Кузнецова, Раису Кузнецову. Раиса Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы сначала посмотрим сюжет для того, чтобы понять, кто же такой адмирал флота Советского Союза Кузнецов. А потом продолжим разговор. Пожалуйста, сюжет. Николай Герасимович Кузнецов – герой Советского Союза, выдающийся советский военно-морской деятель. В 1939 году 34-летний Кузнецов был назначен народным комиссаром военно-морского флота СССР. На этом посту ему удалось внести большой вклад в укрепление флота перед Великой Отечественной войной. Под его руководством был проведен ряд крупных учений. Он лично посетил множество кораблей, решая организационные и кадровые вопросы. Стал инициатором открытия новых морских училищ и морских спецшкол, а также нескольких высших военно-морских учебных заведений. Накануне нападения Германии на Советский Союз Николай Кузнецов принял действенные меры по повышению боеготовности флотов, а в ночь на 22 июня отдал приказ о приведении их в полную боевую готовность, что позволило избежать потерь кораблей и морской авиации. За свои заслуги при введении генеральских и адмиральских званий в июне 1940 года ему было присвоено звание адмирала. Помимо прочего, Николай Кузнецов написал несколько книг и больше 100 статей по военно-морской тематике и мемуарного жанра о людях флота, вернув истории имена погибших и репрессированных. Такое обширное историко-литературное наследие не оставил ни один советский военачальник и флотоводец 20 века. Мы продолжаем передачу, и сегодня, наверное, мы начнем разговор с Раисой Васильевной, очень простой и очень домашний. Раиса Васильевна, ну вот вы супруга Николая, сына, да, вот Кузнецова? Совершенно верно, да. А вы же пришли чужим человеком туда, вот, а стали родным, это я тоже знаю по тем фактам, которые, ну, широко, так сказать, обнародованы в прессе и разговаривая с теми людьми, которые вас хорошо знают. Вы действительно стали близким человеком в семье Кузнецовых. Как в этой встрече первая вот состоялась? Вспомните, пожалуйста, это же очень интересно. Никто вам такой вопрос не задавал, я уверен. Действительно, это такой семейный какой-то редкий вопрос, непрофессиональный совершенно. Я никогда не рассказываю какие-то случаи из нашей семейной жизни и стараюсь отходить от этого, потому что это совсем не интересно людям. Ну, может быть, о первой встрече расскажу своей с Николаем Герасимовичем и с Верой Николаевной, моей незабвенной, мудрой свекровью, которая дополняла его, как раз тот человек, который необходим всегда в пути по жизни, ему повезло с женой. Это мама моего мужа Николая. Вот случилось так, что это был 1968 год, и я уже работала в институте Курчатовском, это и был институт атомной энергии, имени Курчатова тогда он назывался. После окончания института меня туда распределили, и вот там я увидела, играя в волейбол, одного такого юношу очень высокого, который постоянно стал приходить на нашу эту волейбольную площадку. А потом он однажды ко мне подошел, осмелился, мы с ним не были знакомы, представился и сказал: «Знаете, завтра у нас будет праздник, День военно-морского флота. Разрешите мне вас пригласить на этот праздник, он у нас там...» И назвал, где этот праздник в Москве проходит. Честно говоря, я совершенно тогда не представляла себе, что такое военно-морской флот. Да еще какой-то праздник.
да еще где-то за Москвой. Да еще 24 июля. Да, да, вы знаете, я так растерялась и говорю, знаете, я не могу с вами поехать вот туда, куда-то далеко, как-то мне это было необычно. Вот. Я говорю, давайте мы с вами просто встретимся, пообщаемся где-нибудь вот в городе, сходим в кино. Ну, он согласился. А потом, после 24 июля мы подружились, а потом наступило перед 30 сентября, это праздник «Вера, надежда, любовь». Вот. И он мне заранее сказал, ты знаешь, меня приглашают на дачу, где жили родители. На день рождения мама просила приехать. Мне так хочется, чтобы ты поехала со мной. Ну, я так немножко подумала, думаю, домой, к маме. Немножко с робостью. Но уже поняла, что это непростой визит к маме. Я пошла, подумала, думаю, надо какой-то подарок маме купить. Посмотрела и купила ей такой очень красивый, как я подумала, такой крепдышиновый платочек. Ну, что я могла купить? Девочка, которая только что пришла из учебного института. Зарплаты у нас были 120 рублей в месяц, как у нас получал инженер начинающий. Вот. Но она была хорошо упакована, значит, коробочка. И я с этой коробочкой, уже уверенная, что я не с пустыми руками, решилась и отважилась. Николай заехал за мной, у него был мотоцикл, одел на меня шлем, и с тех пор мы с этим шлемом не расставались, пока не купили машину. Значит, он носился на этом мотоцикле везде, возил меня с собой, как и в первый день мы поехали на дачу. Эта дача находилась... Вы еще не знали, чей он сын? Нет, я не знала и представления не имела. Я просто познакомилась с ним, что он был очень деликатный, очень такой скромный юноша, воспитанный, очень такой в нем как-то интеллигентность высокая, знания такие хорошие были. Оказывается, он уже 4 года работал в нашем институте, в хорошем отделе большого академика, и там он был таким физиком, электронщиком начинал, тогда эта проблема очень была на слуху и нужна была, значит, особенно для науки. Он приборы там новые какие-то конструировал. Вот что я знала о нем. Я знала, что это серьезный молодой человек. Приехали на дачу? Да. Мы подъезжаем, заканчивается Ромашково, подъезжаем к там небольшой указатель на Барвиху, мы сворачиваем налево, поселок Кновь. И тут с краю такой хороший домик деревянный, а напротив еще такой домик. Потом я узнала, что там Галина Николаева жила, писательница. Дом этот потом купил Бондарчук Сергей и к нам заходил часто в гости потом уже. Ну и вот мы завернули налево, и я увидела распахнутые ворота. Мы въезжали, и у ворот стоит пожилой человек. Стоит он браво. Высокий, прямой, струна. В нем чувствуется уже по его фигуре, что это какой-то необыкновенный человек. Ну, военная выправка. Так, хотя он в военной форме не ходил. Очень скромный, со вкусом одетый. Такая на нем была курточка. Я до сих пор ее сохранила. Собираюсь отдать в музей. Полушерстяная, такая тоненькая полушерсть серого цвета с перламутровыми пуговицами. И на голове у него был почему-то такой, знаете, берет, как раньше в Испании носили. Вот я заметила вот этот испанский берет, он всегда его любил. Вот эта курточка, он привыкал к этим вещам и долго от них не отказывался. И он с такой какой-то нежной улыбкой, как мой отец, честное слово, он, значит, встретил меня, поклонился мне, вот, и повел меня на участок в дом. Когда мы подходили к дому, то... Но он сказал, порога... как его зовут, он это представился, да, не помните это? Нет, значит, мы...
Хорошо, ладно. Мы с Николаем, Николай остановил своего этого боевого коня, и мы сошли. Он сказал: «Здравствуй, папа». Он сказал, и я знала, что это отец. Он говорит: «Здравствуй, папа, познакомься, это Рая». «Очень приятно», – сказал Николай Герасимович, да. Потом я знала, что он мне придумал название, но в лицо, так впрямую, он мне никогда его не говорил. Только после его смерти я узнала от наших знакомых Харитоновых, который постоянно переводчик, который ему переводил на всех конференциях международных с женой, они дружили. И вот мы потом тоже подружились, и они после кладбища мы шли, и Александр Иванов мне сказал: «Раечка, а вы знаете, как он вас звал?» Я говорю: «Нет, маленький цветочек». Ох, как! Я не знала, и меня аж пробрал, знаете, мороз по коже. Думаю, почему, отчего? Вот это вот какая-то нежность в нем была, жила. Он вообще очень любил людей, он очень любил детей. Там внучка родилась, когда он с ней занимался, и на коленочках она сидела, и цыплятки там покупались. Ну, подошли вот к крылечку. Мы подошли к крылечку, там стояла потрясающей красоты женщина. Ну, просто княгиня. Вот он был таким, знаете, и она под стать. Такая замечательная выправка, фигура, лицо и взгляд уважающий. Человеческое достоинство было выписано на этом лице. Вот я думаю, когда его куда-то там высылали, она ехала за ним с двумя ребятами там на Дальний Восток, она даже тогда не теряла своего достоинства. Это ей помогало выжить. Понимаете, она его этим подбадривала, когда ему было особенно тяжело, и он не мог никому. Вера Николаевна, да, вас встретила. Вера Николаевна меня блестяще встретила. Просто, ну, может быть, слово не очень подходящее, но очень тоже нежно приняла меня с первого взгляда. Они меня приняли как свою родную дочь. Я недаром сказала, что вы стали для них родным человеком. Ну, вот видите, как вы сказали, непрофессиональный вопрос, а сколько в ваших глазах теплоты, эмоций, как вы правдиво и с какой теплотой вы рассказали то, что никто не знал. А мы с вами, уважаемые телезрители, сейчас как раз и узнали, какой одной из черт обладал этот мужественный, этот стойкий, с остальным, можно сказать, стержнем выдающийся флотоводец нашего Отечества. Спасибо за хороший рассказ. А теперь я перехожу к другим вопросам. Если вам покажутся непрофессиональными, то постарайтесь с такой же теплотой и откровенностью сказать. А следующий мой вопрос такой. А вот началась война. Что-то рассказывал вообще об этом Николай Герасимович, о военных делах, вот вам ли, своим близким, вот как это происходило, вот в его душе, что это было, тревога, сомнение, что это было? Ну что же, о войне он думал всегда. Он писал, что военный человек не может не думать о войне. Ведь после того, как он ушел на гражданскую службу, он уже в военной сфере не мог жить и творить. И ему пришлось думать, чем заниматься. И он начал с чистого листа, как бы свой новый образ жизни. Он начал писать о войне. И вот эту тему ему подсказала опять же Вера Николаевна. Она видела его растерянность первые дни после того, как случился уход с военной службы. И несколько месяцев вот так как-то она переживала за него, а потом сказала: «Ты же был в Испании, у тебя же такая прекрасная биография. Ты потом можешь начать и рассказать. Сядь и напиши». Да, попробуй вспомнить. Память у него была феноменальная. Попробуй вспомнить и что-нибудь. И вы знаете, он действительно сел, она ему купила такую огромную книгу, ну, с линеечками. Обычно бывают конторские книги. Там написано «Рабочая тетрадь». Помните такие книги? Конечно, конечно. Вот Николай Герасимович, значит, взял эту книгу, открыл ее обложку и на первой странице написал. Она у меня, это хранится.
у безработного рабочая тетрадь. Но... И вот с этого началась его вторая биография, когда он начал вспоминать о войне. Мы переходим к войне. Да, 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 да. И он написал после этого о войне 4 книги большие. Я переиздала вот после смерти уже 2 было издания, и сейчас с добавками даже второй том появился, «Записки адмирала». Вот, и там о войне он очень много написал. Но вы спрашиваете, рассказывал ли он нам. У него была такая манера работы за письменным столом, когда он выходил утром, он рано вставал, он выходил прогуляться по садику, он, значит, думал, мы иногда выглядывали в окно в субботу, в воскресенье, когда мы были вместе, и мы видели, как он вышагивает очень пружинистым шагом по этим дорожкам между яблонь, сами мы яблоньки там посадили, участок был небольшой, и все время задумался над чем-то. Потом мы приходили к завтраку, мы собирались в 9 часов внизу, на первом этаже его кабинетик был. Мы всегда через этот кабинет проходили в столовую. Николай Герасимович иногда заглядывал в кухню и говорил: «Ну как у вас там, завтрак готов? Кофе пахнет? Ну хорошо, завтрак готов». Мы садились за завтрак, он говорил: «Ну вы Соня, а я уже 2 странички написал. Хотите, я вам почитаю?» Вот это и было. Он нам рассказывал уже то, что он пропустил через свое сердце и память, свою жизнь там, которая началась, как началась война. Значит, может быть, он и повторял какие-то вещи, но ему нужно проверить было свою память. В архивы он не ходил, нельзя было, не давали. Поэтому он как-то это все вспоминал. Вот. Потом большая переписка у него состоялась со всеми, кто еще был жив. И к нему относились замечательно его сослуживцы или соплаватели, как по 30-м годам. И они, значит, всегда ему напоминали о чем-то. Он перепроверял. Так позвонит испанцу своему, который, я так называю его, он переводчиком был в Испании, и спрашивает: «Вот как ты помнишь, на этом-то корабле был такой-то, такой-то?» А тот и говорит: «Ой, Николай Герасимович, а я ничего не помню». И он все вспоминал. Сначала он вспомнил Испанию. Значит, об этом узнал академик Майский, который был тогда академиком, уже работал в Академии наук, в Институте истории, возглавлял, по-моему, и он издавал сборник из «Испанцы, да, советские, в общем, люди в Испании». И там как раз был очерк первый опубликован. Но так как невозможно было под Кузнецова, Майский сказал: «Знаете, вам придется под псевдонимом напечатать, чтобы у нас не было осложнений». Хрущев был тогда. Я вот как раз хотел, знаете, дополнить, извините, вы сказали такое вот нейтральное слово. Спасибо тоже за это нейтральное слово. Он ушел со службы. Давайте уточним, его ушли. Да, его ушли очень жестоко. Жестоко ушли, конечно. Отняв у него звание адмирала флота Советского Союза, полученное в 1944 году за войну, в табелях о рангах было присвоено тогда приравнено это звание к маршалу Советского Союза. Вот. И сколько бы Николай Герасимович не пытался выяснить, на каком основании показать ему документы, он так и ничего не мог добиться. Писали очень много людей, старых моряков, писали люди, ну, разного, в общем, отношения к нему, кто с ним встречался, кто его знал, с просьбой разобраться. Но было... Ну, мы знаем, да, как власть другая, может отгораживаться. Это другая история. Кому-то надо было вести другой разговор, и он шел другой разговор с другими людьми. Он понимал, Николай Герасимович, в конце. Только иногда как такие бывали случаи в жизни, и мы наблюдали, что вот как-то кололо нас больше, чем его. Вот, например, по испанской теме. В польское, значит, посольство приглашают всех испанцев, чтобы наградить их медалью там столько-то лет войны в Испании. Всех награждают, и его награждают. Он не ездил никогда в посольство, ему прислали, что вы приезжаете, мы вас наградим, вот такой медалью, то и все. И вот я помню, он вот так посмотрел и говорит: «Ну вот, поляки меня награждают за Испанию в войне, а за нашу войну меня никто не награждает». Итак, все свои ордена и награды, которые он получил по там 1900 за войну, сказать, они у него так и остались.
Вот я иногда смотрю на большие портреты военных, у которых так много этих наград. Угу. Он не тщеславный был, Николай Герасимович. Поэтому его... Он просто вот так заметил, замечание такое, какое отношение. Но еще быть. У него, вот вы сказали, что он был не тщеславным. Это на самом деле. Ведь, ну, ведь это был один из самых высокообразованных военачальников в Советском Союзе. Он знал три языка. Потом он стал Вы ошибаетесь, простите. Четвертый. Да, значит, низменного чувства тщеславия он был лишен напрочь, начисто. Это в нем отсутствовало. Наверное, как и у Ломоносова, потому что они выходцы с северной настоящей земли, которая была свободна сама по себе. И да, там чувство... никогда рабства не было. Да, это уже известно, и все это повторяют, но на самом деле это так. Люди здоровые, они рождаются вот с чистыми, божественными, можно сказать, чувствами, и они живут с этим устройством, независимо от того, что, вот как понимаете... Он, может быть, и в храм не ходил, но вот да, в нем это было все. Как и, между прочим, и у других. У нас много таких людей было в наше советское время. Ну, почему, значит, он знал испанский, немецкий, французский, английский в совершенстве. Он переводил, разговаривал, и русский, конечно, потому что он блестящие мемуары написал. И если когда его читаешь и видишь, что там редакторов и записчиков не было, а он сам, то поэтому вы понимаете, какого уровня это был человек. Мало того, что он был интеллигентный, там талант вообще был настолько многогранный, чем одарил его Господь, что он тоже этот талант помог ему не озлобиться, он понимал все правильно, что в жизни, простить людей. Он простил всех, кто его обижал. Он сказал, ну что ж, ну ладно, значит, так положено, значит, я достоин этого. Но это не всякий может понять. Может... Я соглашусь, да. А вот еще я хочу вот что сказать нашим телезрителям, что, может быть, у нас сейчас не будет такого подробного разговора о деяниях Николая Кузнецова как военачальника, но я и не ставил себе такую задачу, потому что я хочу вас отослать к его... Я знал о том, что у него есть несколько книг выпущенных, где он очень подробно все это рассказывает. Поэтому я вас попрошу сейчас... Скажите, как называются правильно эти книги, вот, что вы выпустили, чтобы люди могли купить и почитать? Вам, хочу вам подсказать на ваш вопрос. Значит, первая книга «На далеком меридиане» – это как раз о войне в Испании, о том, что он провел. До этого он немножко говорит о том, как он попал на флот, что это было в 15 лет, в 19 году, как он закончил училище, подготовительную школу, морской кадетский корпус, военно-морскую академию. Все это не сразу, но это было в промежутках между кадетским корпусом. И все с отличием, насколько я знаю, он закончил. Да, и училищем была академия, были 8 лет плавания на кораблях на Черноморском флоте, он был командиром крейсера, и впоследствии он в одной из книг пишет, что «я всегда мечтал стоять за штурвалом или командовать, вернее, таким вот настоящим боевым кораблем и чувствовать, как эти машины подвластны воле человека, как командиру, понимаете? Там же есть команда, она одна семья, это как государство. И командир корабля, который вот он большую ответственность несет, как и командир государства, можно сказать, ну, президент или кто. Ему не было 35 лет, когда он стал наркомом. Да, ему было 34 с половиной года. Сначала его назначили заместителем наркома. Это случилось в марте 1939-го, а в апреле через месяц назначили наркомом. А 35 ему исполнилось 24 июля. Да, и вот тогда, это было за 1939-й, 1940-й, 1941-й, 2,5 года до начала войны. Ему было 38 лет, и он уже... Он был 34,5 года. Нет, я имею в виду, война началась, ему было 38 лет. Я правильно понял, да? Так? Ну, плюс 2,5 года. Да, 36,5 ему было. А какая же тогда мудрость? Я вам хочу сказать. Когда мудрость у него такая? Мудрость... Прозорливость, что ли, или что? Это талант? Ну, дано же нашим людям бывает.
Ведь от Бога бывает, знаете, такое, что да непонятно. Да знаю, но ведь это единственный командующий, вообще реальный командующий, который не потерял вообще ни одного корабля в начале войны и вообще, так сказать, ни одного солдата. Будем совершенно говорить. Верно, это так. Вот. Так за 2,5 года до войны он принял какой флот? Только в декабре 1937 года было образовано самостоятельное министерство, как называлось тогда наркомат военно-морского флота. Он был пуст, на чистой лист, надо было наркомат создавать, на флотах определять командующих новых, создавать коллектив. Вот, и он написал, что такое вот коллектив, как ему это все создать, что это не крыша, которая объединяет коллектив, это человек, который там собирается. С каждым человеком надо работать. Это команда тогда получается. А как он общался со своими матросами? Ведь он же все время вот... Это же очень Знаете, интересно. Да, интересно. Я даже могу немножко прочесть воспоминания одного его соплавателя, с которым он учился в академии. И он там пишет и о том, как он обращался с матросами. Если коротко, через я свою готов. Давайте, жизнь. Это интересно. Ну, если даже это... не совсем коротко, но там зато лучше, я могу сразу лучше ответить. Скажите своими словами, вот, потому что время идет, и мне очень жалко будет, что вы сейчас займете. Скажите, вот как он обращался? Там так хорошо написано. Ну, своими словами все равно. Ну, пусть почитает наши... Пусть почитает. Да. Мы начали, кстати, вот по-разному он обращался. Так. Вот, понимаете, во-первых, я должна... Там же ведь были намного старше его. Должна вам сказать, что он за 2,5 года, мы вернемся к этому, как обращался, он подготовил флот к тому, чтобы так доблестно встретить войну, не потеряв, как вы говорите, ни одного корабля. Все организационные документы, вот там наркомат был создан, правильно расставлены люди, были приняты какие-то регламенты и новые законы, так скажем, о сверхсрочниках, которые служить должны на флоте, потому что выбило 1937 год очень многих из флота, погибло людей. Он создал много этих школ молодых, и школы боцманов, и училищ, на которые он возлагал большие надежды, большие что. Устав, вот еще устав, интересно, корабельный, устав. Да? И... Там кроме этих уставов столько наставлений нужно было сделать, чтобы соединить вот это все морское, что 4 флота было, 2 флотилии, научить людей, боевые готовности, инструкции. Это не просто на бумаге. Раиса Васильевна, хотите, я вам новость открою? Да. Государственная дума хочет... принять закон о том, что молодежи это не 21 год, а продлите не 24, наверное, не 27. Ну как так? А вот здесь 38 лет. Ну так хочется побыть молодым подольше. Хочется побыть большим кораблем, большой плавание. Ну чем? Ну пусть примет. Я не в обсуждении, но просто вот сравниваю вот сейчас, да, можно сказать. А как же тогда он посмел, мальчишка, по нашему вот... Он был муж зрелый уже в эти годы. Да, а как он посмел так вот разговаривать со Сталиным? Как он посмел так? Ведь он же... Ну как сказал, посмел? Да, он уважал, он говорил, что... Не всякий мог ему противостоять-то вообще. Он говорил, он был доверчивый человек и считал, что он честный, и люди вокруг него также с ним поступают. И он, например, Молотову однажды сказал после заседания там, большой их небольшого узкого круга, вышедшего из кабинета, что вот он, наверное, неправильно там что-то говорил, что был кто-то недоволен, имея в виду Иосифа Виссарионовича и, может быть, кого-то другого, там, я не знаю, боюсь сказать, но какого-то высокого, который мог решить что-то. А Вячеслав Михайлович обернулся к нему, он курировал флот, и у них было много такого общего, и они доверяли друг другу. И говорит, он, Николай Герасимович, говорит, когда я чувствую, что там не так, я должен говорить правду, ведь я коммунист. Я должен говорить правду вышестоящему лицу, который должен мне помочь поправить. Это же дело касается государства. Он государственник был, всегда думал об этом, хотя флот – это его была, значит, стихия. А Вячеслав Михайлович посмотрел на него и говорит, только шляпа говорит правду.
Ай, хорошо, вот это никто не знал. Да, я это просто... он записал в рукописях, я это нашла. То есть дипломатия, я не осуждение говорю, Вячеслав Михайлович. Конечно. Он великий политик и человек, и достойный. Нет, но он очень точно сказал. Да, но он сказал так, потому что... В той ситуации и должна была прозвучать. А что, в этой не так? Правильно. Вот я и говорю, в той ситуации должна была прозвучать эта фраза. Да. Это мудрая фраза. Он подсказал молодому наркому, чтобы тот подумал, как дальше действовать. А много говорить не надо было. Николай Герасимович был умный человек. Может быть, он никогда и не лгал, он писал. Я никогда не лгал, ложь – это страшный порог, он считал. Но всю правду, может быть, человек, действительно, говори правду, но не всю правду. И смотри, как... Это она оборачивается. Понимаете? Он сказал, когда написал все свои книги, он сказал Вере Николаевне, последнюю страницу, закончив курсом к победе, 900 страниц, сел и сказал, эх, если бы я мог написать все, что я знаю. Ах, вот даже так. Вот он даже... понимал, что его и то, что он написал, выбрасывали, вымарывали. Значит, там такие лакуны в его воспоминаниях, что когда я сейчас иногда просто случайно попадается мне что-нибудь из рукописи, кто-то там просит, совершенно невозможно все это найти, вот, я вижу такие вещи, которые не напечатаны, он отдавал, которые на сегодняшний день говорят, почему мы так живем, почему у нас такая армия. А вот какая у него была мечта? Он говорил вообще, вот какая-то... Ну, мечта, связанная с флотом. Он мечтал, чтобы наш флот был самый такой сильный, достойный противником. Он не думал, что мы превзойдем там американский флот, вот это на 50-е годы. Для этого он понимал, что нужны очень большие средства в той... части, когда были приоритеты за ракетами и прочее. У него тоже шла программа, уже он первые ракеты отстреливались в Крыму на крейсерах, первая атомная лодка, он боролся с людьми, которые неправильный проект сделали, не то вооружение, а ему нужно было, чтобы там много было торпед, чтобы она ходила, судоходная была. Да, не одна торпеда огромная, которая предлагалась. Ну, там и кроме этого еще были такие вещи, о которых ему пришлось биться за это. Ну, а это не нравилось многим. И тем, кто, значит, вот и Хрущева в том числе, что с ним спорят, что он такой, он кулаком стукнул, значит, все должно быть так. Но с такими людьми, которые говорят только правду, но не всю правду, но правду невозможно было кулаком стучать, он добивался своего. Он говорил, да, Никита Сергеевич, вы на ваш вопрос, построим ли мы такой флот на такие-то деньги, как американский, я хочу ответить, нет, не построим. Но мы должны иметь такой флот, который хотя бы ответит на первые удары, защитит в достойной защите. Может быть, нам и не надо такой, как американцев флот, может быть, другой. Его программу не приняли, но ее потом все-таки использовали и из нее взяли. Там было достаточное количество подводных атомных лодок в этой программе написано. И об этом теперь уже говорят и пишут. Вот там были и все эти ракетные вооружения на кораблях. Он был за то, чтобы не уничтожать корабли, построенные уже существующие надводные корабли, а просто модернизировать их, как это сделали американцы. Но Хрущев взял и распорядился распилить эти корабли на иголки и на ложки. Да, и подарить сухарно еще в Индонезии. Ну, это я не знаю, помогать надо. Помогать да, понятно. Надо. Я просто хочу сказать, что наше время уже уходит, но я хочу еще один вопрос задать. Ведь адмирал флота Советского Союза, его можно считать трижды, будем говорить так, два раза при жизни, и последний раз долго на его плите не было этой надписи. Не было. Не было. Вот когда его первый раз, вот второй раз это было, и что за история, почему не хотели эту надпись уже делать долгое время? Вы знаете... Ну, как сделаешь надпись, если памятник ставили мы, члены семьи? Нам Министерство обороны выделило 3000 рублей Вере Николаевне. Мы 1000 рублей заплатили за фундамент, там такой заливной.
1000 рублей мы заплатили за проект. Это по ценам 1974 года. На 1000 рублей ничего невозможно поставить, но мы как-то собрались, семейно, все. У нас достаточно получилась хорошая сумма. И в Долгопрудном на заводе, там замечательный директор, нашли вот этот камень удивительный с морскими этими глазками синими, вот лабрадорит, и поставили его. Но мы не могли же написать сами, если его не восстановили, что он адмирал флота Советского Союза, когда по существу все так и считали. Поэтому мы не написали. Все надписи писала семья. Когда Министерство обороны ставит памятники своим выдающимся военачальникам, то обычно на их средства, то обычно сбоку где-то пишут от Министерства обороны. У нас таких записей нет. Это семейный, может быть, памятник. Вот. И поэтому, значит, что сказать? Понятно. Но сейчас справедливость восстановлена. Да, мы потом выбили это звание, когда его восстановили. Но люди боролись многие долгие годы. Николай Герасимович хотел все-таки истину получить. За что же его так, таким образом наказали? Потому что виновен-то не он был, и не за это, и напраслина это была. Да, это известный да. факт. Первое, значит, снятие звания, вот когда это, он был адмиралом флота Советского Союза, тогда это называлось адмирал флота в 1948 году, когда его судили судом чести и суд Верховной коллегии Верховного суда СССР, где был Ульрих, от которого, от этого палача никто не уходил живым, четверых адмиралов, которые прошли всю войну. Надо было убрать действующих, мощную, было дано задание. И вот тогда по письму одного неприличного, может быть, офицера, который получил за это, наверное, какую-нибудь награду, я думаю, не буду называть его фамилию, он, значит, их судили за то, что якобы во время войны по договорам с союзниками мы имели связи. И Николай Герасимович с англичанами, и с Черчиллем есть переписка, где его даже имя указано. Сталин, когда пользовался всеми цифрами и там выкладками морскими, Николай Герасимович для него все готовил через там. Сначала через Шапошникова, когда это было, потом другой был там. Вот все это, Антонов был и так далее. Вот все это было так. Так вот, после войны нашли такую зацепку. Раз они давали такие нашим союзникам сведения, значит, они показывали одну торпеду на подводной лодке во время войны, на Балтике, где Трибуц был. И вот эту торпеду смотрели англичане. Лодка была немецкая, торпеда была совершенная по тем временам. Поэтому так. Теперь карты там какие-то, которые, оказалось, продавались во всех киосках. Это уже потом, когда их восстановили за отсутствием состава преступлений. Когда уже прошло там, значит, в 1953 году, а это 1948, когда люди просидели в тюрьме, двоим дали 10 лет, Галлеру 4 года, он умер в тюрьме, Галлер, который был первый заместитель Николая Герасимовича, который размагничение проводил, который был судостроительной программой занимался. Это человек, преданный флоту из старых вообще аристократов немецких, фамилия такая у нас была в России давно. Вот. Николая Герасимовича сорвали вот эти три сверху, как выразился адмирал Левченко, значит, после суда. Значит, он был полный адмирал, а стал контр-адмирал. И он полгода находился вне работы. Они жили в доме правительства на набережной. И вот Вера Николаевна мне рассказывала, что все время этот звук лифта. И он ждал полгода. Когда его, наконец, да, наверное, там, не буду говорить страшные слова. Но потом он все-таки взял, написал письмо Сталину, что он без работы и что он просит, чтобы ему предоставили эту работу. И вот тогда Сталин его послал на Дальний Восток к Малиновскому, который там командовал войсками Дальнего Востока, как заместителем по морской части.
А потом он через там, полтора года стал командовать 5-м флотом, там флот был разделен как командующий, и вот там он заново стал выслуживать свои звания. Сначала вице-адмиралом, а в 51-м году Сталин, когда увидел, что флот-то не построили, а совсем он в другое качество перешел, он, значит, собрал огромный совет, один из последних был советов, где он присутствовал. Вот, позвали всех командующих, я сейчас опубликовала стенограмму этого заседания, где Николай Игоревич выступал. Он всегда за этот свой флот и на Дальнем Востоке по второму разу он командовал. Он уже знал, что там не хватает. Ему даже не посылали специально туда, что он и просил. И что было на этом заседании? И вот на этом заседании, значит, когда заставил Сталин всех выступить, выслушать, Кузнецов тоже говорил, и говорил то, что не нравилось Сталину. Сталин говорил за то, что нужно отменить гарантийный срок на то, что когда принимают корабли, а Кузнецов сказал, рано еще отменять. И в этом смысле приводил примеры. Ну и другие там вещи. И в конце этого заседания на следующий день, значит, кто-то сказал, что у Сталина произошло решение, значит, назначить обратно Кузнецова министром. Создали военно-морское министерство, Николай Герасимович был назначен военно-морским министром. И вот у нас есть газета, где под парад, там, значит, два министра издают приказ о том, что вот будет салют. Для моряков сидит в форме, прекрасная форма Николай Герасимович, вице-адмирал, а для наших армейцев сидит министр обороны со всеми звездами, министр Василевский. Василевский. И так, какой сегодня удивительный, интересный разговор произошел. А более подробно и о Николае Герасимовиче Кузнецове, конечно, можно почитать. Книжки есть, читайте, смотрите фильмы. Фильмы «Этот человек заслуживает того, чтобы о нем помнили», потому что его дела, его свершения, они сейчас очень востребованные. Он еще и был провидцем, он заглядывал далеко вперед. И это наша история, и история великих-великих людей. Спасибо вам большое, Раиса Васильевна, за прекрасный, в общем-то, рассказ. Вы прям чуть ли не до слез. Ну, прежде чем проститься, да. Простите, у меня перед тем, как с вами проститься и со слушателями, я мечтаю, чтобы в Москве была набережная, названная именем адмирала Кузнецова, потому что все его друзья по оружию, которые вот вспоминаются в связи с 75-летием нашей Великой Победы, имеют такие улицы, проспекты, и только Николай Герасимович всегда остается позади. Ну что ж, давайте мы сейчас обратимся к тем, кто решает. Пожалуйста, рассмотрите этот вопрос, честное слово. Этот человек заслуживает, ну, что не только имя свое, чтобы получило какая-то имени, его получила какая-то набережная. Спасибо вам большое, что вы были с нами. Я с вами прощаюсь. В студии был Юрий Бутонин. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.